родиной командоров является Венгрия. Это очень древняя порода. Издавна командоры использовались людьми в качестве пастухов и охранников. Огромные шерстяные овчарки очень популярны на своей исторической родине, где их за многие качества невероятно любят. Уникальная шерсть собак позволяет им сливаться со стадом. Находясь между овцами, командор подстерегает волка и нападает на него в нужный момент. Это невероятно талантливая пастущая собака с уникальной длинной густой шерстью, образующей своеобразные косички. Это одна из самых крупных пород собак во всем мире. Минимальная высота этих собак волки составляет 70 см, а вес 40-60 кг. Щенки рождаются с мягкой шерстью. По мере взросления собаки шерсть растет, кудрявится и постепенно формирует шнуры. Командоры известны своей преданностью и верностью. Они очень умны и, кажется, просчитывают каждый шаг наперед. Командоры никогда не проявляют агрессию без причин. Они очень дружелюбны ко всем окружающим. Пастущий инстинкт в этих собаках развит очень сильно. Даже если питомец не используется для работы со стадом, нередко в его поведении на прогулке можно заметить попытки упорядочить компанию собратьев. Хорошо показывает себя эта порода и в качестве сторожей. Шерсть командоров совершенно лишена неприятного запаха, что уже значительно облегчает уход. Этих собак не нужно расчесывать. После формирования косичек линька и вовсе будет не страшна, так как все отмершие волоски надежно закрепляются в шнурах и не падают с собаки. В остальном уход за командором стандартный. Спасибо всем за просмотр ролика до конца. Надеюсь, вам понравилось видео.